В ящике для пожертвований пока всего несколько купюр. Но сегодня, в первый день благотворительного марафона, посвященного празднованию 70-летия Победы, взносы решили сделать крупнейшие предприятия Хасанского района. Мы всегда очень внимательно помогаем, очень участвуем в таких мероприятиях. Ну, в данном случае мы сделаем значительный взнос в данный марафон, потому что понимаем, что это значимое событие для нашего района. И мы думаем, что он пойдет на благое дело. Несмотря на то, что в бюджете района уже заложены деньги на празднование юбилейного Дня Победы, местная администрация и Совет ветеранов решили создать такой благотворительный фонд. Цель организаторов акции – собрать 700 тысяч рублей. Эти деньги больше будут принадлежать нашим ветеранам. Я имею в виду, мы будем как бы оказывать им содействие какое-то на эти вырученные средства. Плюс будем реставрировать памятники и так далее и тому подобное. Всего на территории района живут 16 ветеранов. Но сегодня на открытии марафона смогли прийти далеко не все. Среди главных гостей вечера Михаил Петренко, ветеран-дальневосточник. По собственному признанию, на 9 мая дорогих подарков не ждет. Главное, чтобы помнили и чтили. Наше поколение не привыкло к чему-то еще. Мы ни о чем не думали. Мы болели за Родину. Я бы только советовал молодежи так любить Россию, как мы ее любили. Благотворительный марафон, посвященный празднованию 70-летия Победы, продлится до 1 мая 2015 года. Пока он охватывает только территорию Хасанского района, но в планах у администрации подключить и другие территории края. Татьяна Меньшикова, Максим Евсеев, «Панорама».